В Запорожской области насчитывается около 8 тысяч армян. Для того, чтобы вспомнить историю своего народа, в Запорожском национальном университете собрались представители диаспоры и студенты исторического факультета. На лекции побывала и наша съемочная группа. Армяне – очень добрый, гостеприимный, открытый народ с богатой историей и традициями. В этом уверены представители Союза армян в Украине. Именно они выступили организаторами лекции об истории этого народа в ЗНУ. Будет передавать, будет просвещать нашу историю, наши корни, нашу культуру, с чем мы хотим ознакомить о нас и остальные национальности, которые проживают в Украине, в первую очередь, конечно, коренных украинцев. На лекцию пригласили и армянскую диаспору, и студентов исторического факультета. Ведь узнать об истории народа от самих людей гораздо интереснее и познавательнее, нежели из учебников. Знакомство с обычаями, культурой, историей страны родственной нам, в культурном отношении через христианскую религию. Это очень важно, поскольку оно показывает связи украинского народа, территории Украины с территорией Армении с древнейших времен. В общем-то, учит межэтнической толерантности. Это является одной из частей общих образовательных программ Союза армян Украины, которые уже на протяжении 2 лет проводим. Мы в разных университетах, в разных городах проводим лекции, семинары и конференции, посвященные проблематике истории армян Украины. Во время лекции Давид Давтян рассказал и об истории армян в Украине, и конкретно в Запорожском крае. В ЗНУ говорят, такие исторические встречи попытаются сделать регулярными, чтобы разные диаспоры, проживающие в нашем регионе, смогли рассказать о себе запорожцам.